Сломались, пацаны. Сломались. Закончился. Можно оттащить на Россию обратно. А вы хоть знаете, куда вы едете? Нет. Куда? На Киев, блядь, хуярите. Да. А где нам по новостям говорят? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваши и плен сдаются хорошо. Потому что тоже пацаны не знают, куда едут и ехать, блядь. И я вот всю колонну пообспрашивал, таких как вы, никто не в курсе вообще, кто куда едет. Блядь.